В Астане прошло заседание экспертного совета при Совете безопасности Казахстана. Участие в нем приняли руководители госорганов, бизнес-ассоциации, Национальной палаты предпринимателей, ведущие эксперты и ученые. Организаторы отметили, что развитие интеграции в рамках ЕАЭС, вступление страны в ВТО ставит перед Казахстаном новые задачи по защите и продвижению национальных интересов в самых различных сферах. Поэтому ответственным госорганам необходимо провести всесторонний анализ и спрогнозировать все возможные последствия и риски экономических и интеграционных процессов. Все эти рекомендации будут использованы в работе Совета безопасности и в ходе подготовки заседаний под председательством главы государства.